Хотя кикбоксинг не является олимпийским видом спорта, в Молдове он пользуется большой популярностью. Финал национального чемпионата по версии К1 собрал вокруг ринга более 1000 зрителей. В 3 из 11 боев чемпион определился после нокаута, в том числе и в тяжелых весовых категориях до 86 и 91 килограммов. А после пути ангрею удар он гостигал. А вот этим турниром. Я благод. Этим турнир был. Вначале, конечно, я своего соперника проверял, смотрел, щупал, где что как. Ну и во втором раунде, конечно, я включил свой арсенал. Ну и, как видите, в нокаут. В чемпионате Молдовы по кикбоксингу версия К1 участвовало около 480 спортсменов, как мужчин, так и женщин различных возрастов.